Так, ладно. ПЗП, сейф. Добраться до сейфа раньше нее и ПЗП моя. Надеюсь, это пушка. Твою мать. Я без оружия. Тот же день. Выходит, я уже знаю, что будет дальше, да. И пляж этот гребаный, я уже видеть не могу. Стоп, это что, у меня теперь так каждый день будет вот так? Ну нахер, я разорву эту петлю. Ну, тогда готовься хлопать двумя. Трупов будет еще много. Убил меня и еще парочку, но ты реально думаешь перебить тут всех? Неэффективно. И совесть замучает. За мою совесть можешь не волноваться. И если снова устроишь мне засаду, результат будет такой же. Молодец, хвалю. Короче, обыскать квартиру, взломать сейф, взять ПЗП, разорвать петлю. Да. Невозможно привыкнуть. Он странный. Визуальный контакт. Давайте, народ, вы в одном шаге от самой крутой лавки на этом острове. Библиотеки. А теперь палец на спуск. Может, испытание защитных систем? Так, все, здесь должна быть ПЗП. Ну-ка. Чё? А где пушка?
Вот так я и разорву петлю. Короче, 8 человек, 1 день, по 3 часа на рыло. Труднее, чем кажется. Ты? Ага. А, ну ладно, а что делать-то? 8 целей, 1 день. Нам бы еще парочку кольтов, и можно устроить кольт-апокалипсис. Что? Не, слушай, я ж тут ненадолго. А как ты сюда попал? Тебя же застрелили 2 петли назад, или 3. Покажи мне, я как? Другой. Слушай, нас тысячи, или даже больше, но ни один из нас не дошел до конца. Ладно. Ты должен быть лучше всех нас. Для этого мало палить во все стороны. Но мне нравится ты палить. Ты должен быть умнее. Только так ты исправишь это. Это и это. Лучше бы кольт-апокалипсис. Лаборатория Винзе. Найди резидуум. Он упростит тебе жизнь. Но не хочешь — не упрощай. Дело твое. Большой уже мальчик. На что ты смотришь? Почему ты... Вот сволочь. Ладно. Погнали. Лаборатория Вензе. В ПЗП написано, что это в комплексе. Ха, можно оттуда и начать. Жители Черного Рифа, говорит Алексис Дорси. Я хочу лично поприветствовать вас в первый день вашей новой личности. До начала торжеств осталось всего несколько часов. Выйдите наружу, погуляйте, отдохните. Хватит мне патронов. Сейчас не надо. Мне и так прекрасно. Протокол защиты петли. За сложными словами простая истина. Если я убью всех идеологов, то разорву петлю. Точка. Я знаю, где их искать, но перебить их всех будет посложнее, чем просто выследить. Но ничего, я мужик упертый.
Большой шаг, Кольт. Ты точно готов? А что я теряю? Ну, если погибнешь, потеряешь оружие. А добьешься своего, тогда сохранишь. Да я всегда добиваюсь своего. А как, говоришь, не потерять оружие? Так инфузия же. Ты не за этим сюда пришел? Другой я велел сюда прийти. Ты тут не единственный, у кого много я. Просто к сведению. А если я добьюсь? Ага, если. Удачи. Видать, инфузия и правда крутая штука. Вот и вся твоя работа, сволочь. Хватит мне патронов. Мне и так прекрасно. Сейчас не надо. Ни к чему.
Ну, не жадничай. Долбаная пушка! Чудовищное злоупотребление временем сотрудника. Мы согласны. А что? Просто уточни, какой ужас. Он свинья. И там ожидаемо. Будет скучно. Наши легко полевые исследования намного важнее. В конце петли окно закроется. Останется только одна из нас. Глупо рисковать нарушением протокола. Я не понял, откуда свет? Сюда нельзя. Твою же мать!
огромной долей вероятности мы подключим. Тупая, это же ледяка! Да! Продолжим бой завтра! Черного рифа. Я разобралась с принципом работы антенны стабилизатора и заставила ее улавливать и направлять на ядро энергию аномалии. Мы с идеологами расположились в центре ядра стабилизатора, и благодаря этому я сумела направить энергию аномалии прямо на нас. Теперь... Еще одна! Осталось пять! Идеологи и есть петля, и... Я могу испытывать феномен окна, не подвергая программу опасности. Если мы будем строго соблюдать протокол, чтобы избежать катастрофы, мы сможем наблюдать ежедневную перезагрузку петли в течение примерно 13 562 лет. Черт. Жаль, я закрою программу через 50. Это будет моя последняя запись перед запуском петли. Осталось меньше часа. Первый день. Текущее время 23 часа 42 минуты. Дата... Пофиг, 63-й год. Ты простая! Thank you.
Ладно. Давай. Я не... Последнее! Свое время очень тщательно посредством собственной эффективной системы параметров выделяя важное и срочное. О чем я больше всего сожалею? Хотя я могу назвать бесконечно много задач, которые можно было решить эффективнее, суть жизни в бесконечном обучении и совершенствовании. Ошибки – естественный и необходимый элемент этих процессов. Когда я поняла, что у меня уникальное видение, я считаю этот постулат ложным. Если мое видение уникальнее, чем у остальных, человечество само себя ограничивает. Тонко. Ну ладно, сейчас разберемся.
Значит, я убиваю всех Вензе, потом вот этой штукой собираю весь резидуум, чтобы запустить ее машину. Ну что, разумно? Черт! Вензе, это я? Ладно, значит, влезть в эту типа душевую кабину и кнопку нажать. Черт, ну и как я должен это сделать? Встать на плиту, пальнуть по кнопке. Встречай меня на улице. Не нравится мне это. Охренеть! Что, сработало? Да, ты смотри, реально ведь получилось. Но кто тут великий ученый? Теперь мы с тобой вместе навсегда. Ну, пока петлю не разорву. Как мне тебя назвать? Мистер Пушка будет слишком формально. Может, Пушер? Лапушка? А может, машина? Я как будто погрузился глубже. Ни хрена не понимаю. Товарищ Калибр! Дом, милый дом. Взрывомет! Прям название слабительного.
Мини-Кольт! Нет, Кольт младший. Не, ну а что, звучит. Ну, вообще перебор. Кольт второй. Да, Кольт два. В квадрате. Почему я зову пушку своим именем? Да-да, у нас в службе безопасности предатель. Он нас обставил. Бросайте дела и забавы прямо сейчас. Хватайте оружие и защищайте меня. Потому что иначе все. Thank you.